Деньги в футболе не самое главное. Ребята из красноярской команды «Тотем» стали чемпионами мира. В финале первенства планеты. Только представьте, россияне сумели в серии пенальти обыграть французов. Чемпионат мира прошел в Польше, в нем участвовали команды, набранные из воспитанников детских домов. Кстати, для красноярцев нынешний титул сильнейших на планете стал уже вторым. Клуб «Тотем» побеждал на чемпионате мира в 2014-м. Ни тогда, ни теперь особо шумных вечеринок с шампанским по этому поводу, как вы догадались, никто не закатил. Ребята, которые входят в команду, бывшие, бездомные или малоимущие. Ко всему прочему, они против любых вредных привычек. Но согласитесь, не команда, а мечта. Ради чемпионата мира один из игроков даже бросил курить. Сегодня игроки прилетают в Шереметьево. Мы обязательно встретим юных чемпионов и расскажем, чего же стоила им эта победа. Поздравим их в прямом эфире.